Ну, учитывая наше положение с определением состава, у нас выбывают и выбывают игроки основного состава по травмам, причем по серьезным травмам, не там что-то дернул или что-то подвернул, это перелом ключицы, это перелом пятой плюсневой. Учитывая все эти проблемы, достаточно строго мы сыграли сегодня в обороне, особенно первый тайм. Смогли реализовать свой момент, смогли. Но все-таки вот это давление хозяев во втором тайме, которое усилилось, не позволило нам отсюда увести 3 очка. Но я думаю, учитывая все наши проблемы и то, что очень тяжело играть всегда на выезде с Назранью, я думаю, что достойный результат и 1 очко. Поэтому, ребята, все самоотдачи. Был полный порядок по дисциплине, полный порядок. Единственное, конечно, не дотерпели и не смогли реализовать, а были там пару-тройку еще моментов, чтобы увести полновесных 3 очка. Но, как говорится, все, что не делалось, все к лучшему.